Вечером 27 февраля 1933 года запылал германский Рейхстаг. Прибывший на пожар Гитлер заявил, что это знак Божий, и никто не помешает ему теперь раздавить коммунистов железным кулаком. Волна дикого террора прокатилась по всей стране. Виновными в поджоге Рейхстага фашистские главари лживо обвинили не только немецких, но и случайно арестованных в Берлине болгарских коммунистов Димитрова, Танева, Попова. В этой тюрьме Моабит провели арестованные болгары 7 месяцев. Закованный в наручники, Георгий Димитров работает днем и ночью. Он ведет свой дневник, готовится к процессу. 21 сентября 1933 года в Лейпциге начался суд над арестованными коммунистами. Организуя этот процесс, фашисты надеялись оправдать в глазах мировой общественности свой варварский террор против коммунистов. Процесс должен был транслироваться по радио, записываться на пластинки. На третий день, когда в зале суда выступил Георгий Димитров, все трансляции сразу прекратились. Димитров не просто защищал коммунистов от грязной клеветы. Он перешел в решительное наступление на фашизм. На весь мир прозвучали его слова. Пожар в Рейхстаге был предлогом, прелюдией к широко задуманному истребительному походу против рабочего класса и его авангарда германской коммунистической партии. Иностранная печать единодушно отмечала: Димитров выступил на суде не как обвиняемый, а как обвинитель. Он не защищается, он атакует. Процесс в Лейпциге продолжается. Он будет длиться 93 дня. Георгий Димитров шаг за шагом разоблачает свидетелей нацистов и уголовников, дававших лживые показания. Надеясь повлиять на ход суда, в качестве свидетеля выступил Геринг. Димитров держался спокойно и уверенно. Метко поставленными вопросами он показал истинную роль фашистского главаря в организации этого позорного процесса. Доведенный до бешенства, Геринг приказал вывести подсудимого из зала. Тогда Димитров воскликнул: «Вы, наверное, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр». Это была несомненная победа Димитрова. Все прогрессивные газеты писали о мужестве и стойкости борца-коммуниста. Он стал героем Лейпцига. На всех языках звучали слова «Свободу подсудимым». С трибуны выступает Анри Барбюс. Мощное международное движение в защиту Димитрова, его поведение на процессе, вынудили фашистский суд оправдать болгарских коммунистов.